Вот такая вот медведица, я не знаю, почему ее видно так, потому что она мелкая. Наверное, так. Потому что если я ее приближу, то будет видно все ее мелкие детали хорошо, но, вот мутно, вот. А на таком расстоянии не мутно. Она стоит вот в такой позе. Одна ножка вот так, поэтому она будет перекидаться, потому что у нее нет устойчивости. Но все-таки она стоит устойчиво. Тут я не могу сказать, что она стоит неустойчиво. У нее в руке цветы. Не знаю, что именно за цветы, но вот такие вот цветы. Вот у нее когти серые. Снизу не могу показать, потому что снизу просто подставка. Снизу ее лап не видно. Вот. Поэтому ее лапы можно посмотреть сзади. Вот ее пятку видно. Ну, собственно, сзади она никак не просматривается. Как-то так вот. Как вот сбоку она смотрится. Вот. Она смотрится вот так вот, сверху. Вот такая вот. Замечательно. Можете найти мультик «Маша и Медведь». Она там обязательно будет. Не скажу, кого играть, но будет она там обязательно. Поэтому я ничего не советую смотреть, но просто говорю, откуда это персонаж. Вот такой вот замечательный персонаж. Вот. Всем спасибо за просмотр. Будем удивлять еще такими фигурками. В следующих видео ждите. Поэтому подписывайтесь. Эта фигурка не последняя, которая у меня есть на подставке.